Для самарских служб благоустройства зима в этом году не стала очередным сюрпризом. Они встретили ее во всеоружии. Трактора, грузовики, спецтехника, лопаты в помощь. Местный гидрометцентр заранее предупредил коммунальщиков о предстоящих осадках и дал точный прогноз погоды на эту неделю. До среды ожидается продолжение снегопада. К концу недели возможно его возобновление. Поэтому на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ первый замглавы Самары Владимир Василенко попросил подчиненных не терять время даром и ответственно отнестись к работе по уборке главных магистралей, путепроводов, второстепенных дорог, дворов, подъездов к контейнерным площадкам, остановок и тротуаров. Докладывайте так и по уборке снега. Понятно, да? Вот сегодня как сработали в день с итогом ночи и какая задача будет стоять на завтрашнюю ночь по части уборки и районы. Ночная будет со вторника на среду и по уличной дорожной сети. Ночью уборка снега в городе велась стахановскими темпами. Улицы Вилоновскую, Молодогвардейскую, Самарскую и Волжский проспект сначала очистили от снега автопоездом из 5 машин со скребками. Затем освободили от снега прилотковую территорию в зоне парковок. Особое внимание уделили ливневой канализации. 7 полигонов приняли первую в этом сезоне партию снега – 24 тонны. Работа производится круглосуточно. Как только начался снег, приступили к работам. Сейчас работает дневная смена по расчистке центральных дорог. То есть основной упор мы делаем на дороге, где проходит общественный транспорт. Ежедневно городские власти контролируют не только объем выполненных работ, но и качество уборки снега. Предприятия были готовы. Ночь у нас непосредственно уборки дорог работала 131 единица техники. В основном это плунжно-щеточные машины, щетки. Проводилась обработка проезжей части антигололедными материалами. С наступлением утра ночная смена у нас продолжалась, считая, что снегопад под утро не заканчивался. Была продлена до 10 часов утра, то есть ночники работали по дорогам. С 6 утра дополнительно вышли предприятия, обслуживающие общественное пространство, спецремстрой «Зеленкос», набережные, парки Самары на уборке своих подведомственных территорий. Днем Самару от снега очищали почти 200 единиц техники и 300 рабочих. Спецмашины с реагентами круглосуточно дежурят и в любой момент готовы выехать на любой участок дороги с гололедом для его ликвидации. Дорожные службы надеются на сознательность автолюбителей и просят не загромождать обочины дорог и не препятствовать уборке и вывозу снега на полигоны. По городу у остановок общественного транспорта, у крутых спусков и подъемов расставлены 75 контейнеров с песком. В предстоящую ночь темпы и объемы работ останутся на высоком уровне. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.